Ловить рыбка большая, маленькая и, главное, в промышленных масштабах. Все эти лещи, судаки с Куйбышевского водохранилища пойманы незаконно. Эти кадры оперативного задержания. Улов с реки Шешма с холодным расчетом изъяли по горячим следам 6 июня. Повреждена у нас чешуя на рыбе. Видимо, так у нас предположительно от сетей рыболовных. В самих лодках нашли уже кирпичи для установки сетей, как нам сообщили наши источники. Всего их было изъято 18 километров, 200 штук, каждая под 90 метров. Выловлено на какое орудие у нас получается? На китайской сети. Сеть какой длины? 50 метров. Это одни из подозреваемых в браконьерстве и незаконной деятельностью. Занимались, предположительно, до 8 человек. Как видно, сети были растянуты, не стесняясь, на неприкасаемой территории. Для своей деятельности браконьеры выбирали место особенно тщательно и, возможно, даже не прятали свои сети. Они выставляли на особой природоохраняемой зоне чистые луга. Территория в 14 тысяч гектаров. Во время нереста здесь могли ловить рыбу тоннами, поэтому основной ущерб даже сложно оценить. Улов из Чистопольского района уходил в Нижнекамске, уплывал он и в Самарскую, Ульяновскую области. Группа позаботилась и о бесперебойных поставках. Об этом нам рассказал местный рыбак, которому предлагали подзаработать в сезон нереста. Организаторы продумали все, вплоть до долгосрочного хранения. Было много сетей, километры сетей. Людей было человек 6. Недалеко от берега были ангары с холодильными установками, где была уже рыба, там же была и коптильня. Во время спецоперации только в холодильниках нашли 600 килограммов рыбы, поэтому этот улов правоохранителей может стать самым большим за всю операцию «Нерест». Почему браконьеры работали так смело в охраняемой зоне? Большой вопрос к руководству природоохранника «Чистые луга». По данным наших источников, условно говоря, синдикат промышлял лет 6. Не говорит ли это о том, что среди подозреваемых могут прозвучать и должностные лица? С чем по масштабу сопоставим чистопольский улов и как будут развиваться события дальше? Смотрите в воскресенье в 7 днях. Альбина Минибаева, Данил Филатов, Лина Зинатулина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Чистопольский район.